Я работаю в питомнике Lucky Star Akitas уже 5 лет. Владельцы Ольга и Владимир Хромовы. Американская акита LCA Simon Splendid рожден у них дома. Он с детства занимается под моим руководством. Мы целенаправленно шли к этой победе. Он долго готовился, ходил на различные выставки, много бегал, прыгал и плавал. И в конечном итоге добился такого результата, как победа группы на чемпионате мира в Амстердаме. И он очень породный, очень хорошего типа, очень красивого цвета, с потрясающей головой. Подпольное прозвище у него «Хомячок». Тоже у него большая голова, очень милый взгляд. Он очень похож на хомячка, очень большого хомячка.